Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как преступник ворвался в помещение и, угрожая оружием, потребовал деньги из кассы. Похитив 10 тысяч рублей, он скрылся. Потерпевшие обратились в полицию. Дежурные отряды блокировали выезды из города. В результате далеко преступнику уйти не удалось. Его задержали спустя несколько часов. Им оказался 25-летний житель Славянского района. В ходе досмотра были изъяты обрез охотничьего ружья и похищенные деньги. В отделе полиции мужчина признал свою вину. В отношении злоумышленника возбуждены 3 уголовных дела. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.